Для того, чтобы человек не болел. Вот у вас есть человек, который болеет. Можно ли как-то убрать эту болезнь? Можно. Если вы у изголовья человека каждый вечер будете ставить чашечку с оливковым или подсолнечным маслом, лучше натуральным. Для того, чтобы масло не воняло, добавляйте туда 2-3 капли какого-нибудь масла. Смотрите, если болезни кишечника, коричневого масла. Если болезни, связанные с недостатком денег, пачулевого масла. В случае, если не хватает у человека мозгов, то тогда масло розы. В случае, если не хватает чувств, то иланг-иланга или нероли, какого-нибудь пахнущего счастьем. Это сердце. Иланг-иланг или, ну, какой, или нероли, что-нибудь пахнущее такое, хорошее. А для мозгов роза хорошо. Если очень возбужден человек, то можно добавлять туда сандаловое масло. Да, оно успокаивает. Вообще, зачем вам... Очень часто вы видите сандаловые палочки, которые продаются. Видели, да? Сандал, сандал. Так вот, сандаловые палочки, которые продаются, их можно зажигать дома, но выполнять это исключительно нужно в вечернее время. Почему? Они успокаивают. А если вы утром зажжете, то тогда вы убедите себя не на работу не пойти, ничего делать по квартире. Они создают элемент лени. Сандал-лень. Поэтому, зажигая дома, вы ничего не сможете делать. Ни на компьютере работать, ничего. Вам будет все время хотеться спать. Сандаловые палочки дома не зажигайте. Они очень расслабляют тело и расслабляют мозг. После этого не двигаться не хочется, не дышать. Такой же эффект имеют палочки опиума. Знаете, опиум продается. Он тоже расслабляет и мозг, и тело. Там есть нарисованный опиум, там... Каннабис, ну какие-то вот такие. Их не нужно зажигать дома, потому что они очень расслабляют человека. И делать это лучше на ночь, когда человек не может уснуть.